закрутился, зачем вот так вот делаешь? Ты просто повернись. Вот ты закрутился, да, подними правый кулак, опусти ручку, голова прямо, пожалуйста. И здесь также, вот ты раскрутил, развернись, вот с ударом развернулся, все. Вот ты закрутился, развернулся, закрутился, раскрутился, все. Вот ты упражнение разминочное, вот делаешь. Ну вот ты закрутился, раскрутился. Да, тут безусловно, смотри, второй, давай, делай что-то дело. Ну, вот опять, видишь, ты же здесь, вот здесь был. А сейчас ты берешь и вылазишь вот сюда ему. Смотри, где голова твоя оказалась. Ты там сидел, ты там и останься. Крутись там. Кулак только, где локоть, где, поймай кулак. Локоть, блин, ну голову прямо поставь, пожалуйста. Да, в противника, молодец. Вот твой локоток. Прямо в голову, в противника, в него смотри. И вот здесь ты закрутился плечиками, разворачивайся. Вот тебе его рука мешает. Убери руку, хорошо, он не может развернуться просто. Голову прямо, пожалуйста. Во. Ну голова прямо в него смотрит, друг мой, а? Вот, разворачивайся, ну где удар снизу, бей. Да, не надо нам вот тут прогибаться-то. Да, просто разворачивайся, закрутись больше. Вот, ты закрутился, вот. И обратно разворачивайся. Не выпрямляй спину. Не выпрямляй спину. Во, разворачивайся просто. А да. Как там ходить? В этом положении тяжело. Если вот он уже вот так вот сделал, тут уже тяжело. Здесь можно еще ударить. Ну, посмотри на меня еще раз. Смотри, что делаешь ты. Ты вот здесь как был, смотри. Наплевать мне на его руку. Я обратно, да, разворачиваюсь. Вот здесь, вместе с рукой. Плечами закрутился, плечами раскрутился. Вот, как был, вот упражнение разминочное ты делаешь. А дальше как я выхожу? А мы поднимаемся. Масса вариантов. Не, вот мы показали. Нырок, вот, пожалуйста. Вот, ты пробил сюда. Ну здесь, откуда мне уходить? Угу. Зачем мне туда уходить под твои кулаки? Смысл мне тебе вот сюда идти? Здравствуй. Я сюда замечательно ушел, только спрятался. Здесь пробиваю, я наоборот сюда еще дам. Я наоборот туда буду пробивать, дальше идти. Либо просто здесь пробил, лоб сюда уйду. Зачем мне туда под кулаки-то лезть? Я уже в идеальной позиции здесь нахожу. Я наоборот дальше буду дорабатывать. Это момент, когда ты вот здесь ушел от левого удара. Ой, от правого ты ушел. Вот ты ушел сюда, да? Здесь бам! Ударил момент, да? Вернулся он. Убрал он руку. Вот ты еще раз правый прямо, смотри. Раз, два. Оп, выход сюда, например, и вот туда действие какое-то. Понимаешь, один из вариантов, но сложнейшее действие. Второй момент. Зачем это делать, если ты, у тебя уже все прокатило? Если ты уже здесь, его печень, посмотри. Ты сюда уже ушел. Ты пробиваешь. Так и бей дальше. Зачем? А? Акробатику какую-то лишнюю устраивать. Вот этот переход особенно. Вот он, видите, ребят, вот его показывают, его делать пытаются. Иди сюда. Вот делать пытается вот эти переходы, да, посмотрите. Вот, да, уже уклон я сделал, уклон сюда, там, каким образом, например, раз, оп, сюда, удар, ответил, да, ответил, ты вернулся. Оп, там ударил, сюда ушел, здесь ударил, сюда ушел. Ты представляешь, вы переходите постоянно линию кулаков противника. Я считаю это движение, оно как координационное, вообще бомба. Раз, оп, бам, оп, оп, сюда качнул, бам. Но сколько лишних движений на кулаках у противника находится? Зачем? Здесь же, он, если вот ты его сюда не посадил, начинаешь действовать, он тебе здесь ударит. Ты под кулаки лезешь сам. Ты уже изначально занял обалденную позицию. Дорабатывай эту позицию до конца. Здесь пробил, сюда, сюда, да, да. Почему нет? Нет, если тебе надоело, просто уйди. Хорошо? А это лишнее действие через границу, через кулаки, лезь сюда. Ладно, все, молодцы, собирайтесь.